Ульяновске состоялась ежегодная конференция регионального отделения «Единой России». Главным вопросом повестки стали выборы делегатов на 18-й съезд партии, который пройдет в Москве с 22 по 23 декабря. Выбор пал на секретарей первичных отделений, которые показали наиболее положительную динамику роста членов партии и ее сторонников. Участие в этом мероприятии позволит нам перенять опыт других регионов, но в то же время и нам есть чем гордиться, нам тоже есть что рассказать коллегам из других регионов. Конференция проходила в киноконцертном комплексе «Современник». Ремонт здания проходил при участии партийцев. Неудивительно, что в повестке дня стояли вопросы изменения жизни земляков в лучшую сторону. Об этом говорили новые члены политсовета. Это задача здоровья, сбережения. Задача обратить внимание каждого человека на сохранение своего здоровья. Если мы решим эту задачу, то в будущем, я уверен, что мы достигнем и гораздо лучших показателей в части продолжительности жизни. Проведение конференции совпало с днем рождения партии, которая выпадает на 1 декабря. По традиции последних лет общественно-политическая сила отмечает его встречами с гражданами по личным вопросам. Вот и губернатор Сергей Морозов приехал на общение с партийцами после проведенного личного приема. Партия, как вы знаете, уже 16 лет. По нынешним меркам это уже достаточно приличный возраст, когда молодые люди отдают в полном объеме отчет за свои действия, за свои поступки, могут сформулировать свои мысли, могут иметь четкие планы на жизнь. Так и мы. Также в ходе мероприятия были избраны делегаты 18-го съезда партии, а также обновлен состав политсовета. В его состав вошли первый заместитель руководителя регионального исполкома Алла Акимова, руководитель Ульяновского отделения молодой гвардии Анастасия Боровая, главный врач Ульяновской областной клинической больницы Павел Дегтярь, президент фонда поддержки региональных проектов Константин Исаев, генеральный директор акционерного общества «Проминвест» Николай Мясников, исполняющий обязанности главы администрации Меликесского района Сергей Сандрюков, директор аппарата общественной палаты региона Дмитрий Травкин и глава администрации Теренгульского района Григорий Шерстнев. Данила Ноздряков, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.